На каком основании вы меня быдлом назвали? Я еще раз говорю, я с вами ни о чем разговаривать сейчас не стану. Что вам... Подождите. Кто вам позволил называть меня быдлом? Никто вас быдлом не называл. А как это было? Выйдите отсюда, быдло ко мне пришло? Дословно. Вы неадекватны, поэтому... Я еще неадекватный. Да? То есть еще... Я еще неадекватный. Мало того, я быдло с ваших слов, я еще неадекватный. То есть вы сейчас находитесь на должностном месте, на своей должности. И имеете право себя так ставить. Я еще раз говорю, давайте закончим разговор. Вы написали бумагу? На основании чего вы позволили себе называть меня быдлом? Я вас не называла никем. Вы сейчас меня неадекватным называли? Только что. Неадекватным? Ну да. А быдлом до этим? До этого? От этих слов я не отказываюсь. Ну, а быдлом кто назвал меня? Не знаю, кто вас назвал. Конечно, мы сейчас будем играть и дуэлоты, да? «Горе от ума» называется. Вы сегодня первый раз обращаетесь с жалобой? К вам? Вообще? Слава богу, нет. Знаю все пути. Знаю ваше медицинское учреждение замечательное и ваши отношения. Кто вам позволил назвать меня быдлом? Еще раз говорю. Еще раз отвечаю. Я вас быдлом не называла. Вот женщина сидит. Она свидетель. Женщина не свидетель. А кто? Она также была в кабинете. Женщина этого не слышала. А, мы так заговорили. Замечательно.